Дорогие братья и сестры, вот-вот скоро начнется Филиппов Рождественский пост. И мы в это время призваны к переосмыслению очень многих вопросов в нашей жизни. Это благодатное, это светлое время. Мы имеем возможность еще раз задуматься об основах нашей веры, о том, какое великое счастье нам даровано через Богоявление, через пришествие Спасителя в мир. Вот-вот скоро мы будем праздновать светлое Рождество Христово, размышлять о том, что Господь, всемогущий, вседержитель, непостижимый, приходит в образе немощного младенца. Он был рожден в хлеве. Родители его были рядом, мать Мария, названный отец Иосиф, и не было ему нигде места здесь, на земле, во всем мире. И горела звезда. И можно сказать, что свет этой звезды – это был в некоторой степени взгляд Отца, Отца Небесного. И ангелы явились пастухам, и пришли пастыри, и волхвы пришли, и принесли дары. Но давайте вдумаемся, в то время большая часть мира об этом не знала. Большая часть мира находилась в потемках. И вот Господь приходит в этот мир ради того, чтобы вывести человека из тьмы. Это поистине великое и таинственное событие. Давайте приготовимся к нему серьезно. Давайте проведем этот период малого поста рождественского особым образом, понимая, что мы призваны не только лишь соблюдать определенную нашу традицию употребления тех или иных блюд, но призваны к особому внутреннему созерцанию духовному, особому молитвенному состоянию, особенно в наше нелегкое время. Мы должны внутренне думать о том, а что мы сделали доброго по отношению к тем людям, которые окружают нас, которые находятся рядом, а как мы себя должны вести, а есть ли у нас время успеть сделать что-то доброе. Это такие вроде бы элементарные простые вопросы, но часто они связаны с очень важными событиями в нашей жизни, в конце концов связаны с тем призванием, которое дано каждому из нас – быть добрым, научиться любить так, как Он возлюбил нас и пришел в этот мир в образе немощного младенца. С наступающим праздником вас, благодатного поста! За утром слышит голос мой, за утро перестану тебя узришь меня.